on the fucking Atkins diet or some shit. So we're just about good here. Sir, I got movement, second deck, you said. All right, back her up. Ready to go. Всем привет, с вами Дэн. Сегодня крайне интересная лимитка от Oris. Видите, коробочка большая. Модель называется Oris Force Recon GMT. Из названия уже следует, что это лимитка, которую компания сделала в сотрудничестве с разведывательной десантной ротой корпуса морской пехоты США, которая также известна как Force Recon, разведрота. Ну, понятно, морских котиков знают все и чем они, собственно, занимаются. Ну, давайте открываем коробочку. А что там у нас внутри? А внутри там огроменный, настоящий, реальный кейс, водонепроницаемый. Мощно выглядит, мощно в руках ощущается. Здесь есть даже вот специальный такой наклеечка с логотипом морских котиков. Продукция, так сказать, официальная. Ну что, вскрываем? Но на самом деле здесь, конечно, просто вау-набор для реального тактического мужика. Мы к часам чуть попозже, а пока посмотрим, что здесь есть. Здесь, как видите, есть каучуковый ремень. Каучуковый ремень. Сами часы идут на натовском ремешке. И вот что мне нравится, когда есть дополнительные ремни в комплекте. Потому что, ну, это всегда круто. И особенно с учетом того, что у Oris крепление ремешка все-таки необычное, поэтому это всегда сразу сильно сокращает ваши расходы на какие-то дополнительные ремни и так далее. Ну и здесь набор для смены ремешка, запасная как бы насадка для отверточки. Сама по себе отвертка. А здесь что? А здесь такая, и потом покажу подробнее, это нашлепка тактическая. Ну и сами часы. И еще, конечно же, буклетик. Как же без него, так как это все-таки редкая лимитка. Здесь вся красота про часы, описание про котиков, про часы и как их использовать. Вот, кстати говоря, по поводу нашлепки, здесь есть как раз картиночка, где показывается, как это все использовать. То есть они у вас там закрытые, никто их не видит. Когда надо, посмотрели и все поняли, что и как. Упаковка царская, все как мы любим, но, наверное, сами часы еще более интересные. Что касается технической составляющей, то корпус здесь из титана с черным матовым DLC покрытием, которое достаточно хорошо сопротивляется царапинам. Механизм Oris 747, который основан на Селите SW220-1. Механизм с автоподзаводом, имеется второй часовой пояс GMT, секундная стрелка маленькая и безель здесь керамический. И немаловажно, что водозащита здесь аж 1000 метров, 100 атмосфер, так что часы действительно глубоководные и пригодятся практически для любых подводных целей. Пора уже с этими красавцами поближе познакомиться. Начнем с размеров, естественно, здесь размерщики у нас внушительные по безелю, собственно, по самой широкой его части. Здесь получается, ну, практически 49. Здесь, правда, ну, точно невозможно померить, потому что есть еще вот это специальное резиновое каучуковое кольцо здесь вокруг. И что касается высоты, она тоже, естественно, не маленькая. 15,6 мм. Что касается ремешка, как вы видите, здесь специальное есть звено, которое предназначено для того, чтобы здесь можно было прикрепить натовский ремень. Ну, кстати говоря, можно и любой другой ремень тоже сюда засунуть. А так вот здесь ушки, это стандартные орисовские, как раз которым здесь предназначен дополнительный каучуковый браслет. Что касается натовского ремешка, то вот здесь, ну, из-за того, что такая несколько сложная схема крепления, он здесь 20 мм. Ну, аккуратный такой, ну, в общем-то, стандартный натовский ремень тканевый. Ну и давайте уже ближе смотрим.
Часы, как видите, здесь у нас есть дата, у нас есть специальная стрелка, второй часовой пояс GMT. У нас очень интересно реализованная секундная такая стрелка-диск у отметки 9 часов, которая вот показывает так секунды. Наверное, с точки зрения пользования именно расчета конкретной секунды это не очень удобно, но как это реализовано, вот а-ля такие тактические военные часы, это как раз выглядит здорово, мне нравится. Ну и что здесь? Большие традиционные для Oris стрелки, для линейки дайверов. Безель, как я уже говорил, керамический большой, со специальной... да, у часов водозащиты 1000 метров здесь написано. И что касается безеля, то здесь как раз патентованное решение от Oris, которое практически больше... Подобные решения, конечно, есть на рынке, например, у той же Zin немецкой, но у швейцарцев, насколько вот я знаю, нет больше ничего подобного, нет вот этого фиксатора безеля. То есть сейчас вот он зафиксирован, и вы не можете, вот это кольцо резиновое, оно крутится, но сам безель, сама вот эта метка, которая важна для дайвера, дайверская разметка, она не движется. Для того, чтобы ее сдвинуть, нужно поднять вот это кольцо. Причем сделать это как бы так, со всех сторон должно быть оно поднято. И только тогда вы сможете поменять вот эту вот показатели безеля. То есть никогда здесь дайвер в данном случае не ошибется и ничего не сделает неправильно. Ну, здесь безель на 120 кликов, очень уверенный, очень все четко работает. Вот мы настроили, зафиксировали кольцо, и все, теперь кольцо может двигаться, а сам безель не двигается. Ну, с точки зрения именно использования их как профессиональных дайверских часов, наверное, спорно, потому что, как видите, они полностью черные, безель, эту разметку под водой, ну, ее практически видно не будет, кроме вот этой вот маленькой точечки люминесцентной, треугольничка, на как раз который будет показывать время, которое осталось до там конца погружения. Ну, в общем, здесь все, так сказать, читаемость, она принесена в жертву тактической составляющей, тем более что все-таки часы предназначены как бы для морской пехоты. Ну и здесь видно вот этот логотип на циферблате. Я думаю, что на фотографиях, наверное, будет лучше видно. Ну, надеюсь, что здесь тоже вы это увидите. Так же, как у Aquis, здесь массивная заводная головка. Корпус повторяет Aquis предыдущего поколения практически полностью. Ну и за исключением, естественно, гелевого клапана, который здесь вот сбоку находится. Давайте посмотрим, что у нас там красиво на задней крышке корпуса. А там, как видите, интересная гравировка, как раз этот логотип морских котиков. Название модели, красиво сделано все вот этим таким стальным по черному покрытию, выглядит здорово. Ну и несмотря на то, что корпус титановый, все равно вот за счет того, что он достаточно крупный, такой увесистый, чувствуется вес часов приятный. Я как раз все-таки, вот мне титановые часы не очень нравятся как раз из-за того, что они легкие, но в данном случае все в порядке, здесь все это будет на руке ощущаться, и все будет приятно. Ну и что касается бакли, здесь все то же самое. Титановая бакля с тоже напылением DLC. Традиционная для Oris. Аккуратно все выполнено. Ну, естественно, что касается качества цифр, здесь никаких вопросов нет. Все сделано классно, аккуратно. Мне очень нравится эта модель. Это, наверное, теперь одна из моих любимых моделей Oris. Она реально сделана классно. Стилистика соблюдена. Выглядят часы очень даже интересно. Цифр мне тоже очень нравится. И, кстати говоря, светятся они просто шикарно в темноте. Я потом в конце ролика фотку добавлю. Посмотрите. Теперь, как часы выглядят на руке. У меня запястье 18 сантиметров. Вот такие вот они достаточно крупные, объемные, но с учетом их такой усложненности, потому что есть здесь, и как видите, и GMT, и даты, и вот этот диск секунды, то, в принципе, вполне гармонично они смотрятся. Вот так вот ремешочек здесь. Конечно, 20 мм ремешок, наверное, маловато для этого размера. Поэтому я здесь бы предпочел поставить каучук сразу.
поменять, благо он в комплекте идет. Ну, а что касается натовского ремешка, то многие, кстати, часто не очень понимают, что это такое, с чем его едят. Я поясню, что он специально разработан для таких вот целей типа а-ля военной, потому что он дает дополнительную надежность креплению. То есть, если у вас даже выпадет вот это вот фиксатор ремешка, то ремешок все равно будет держаться на руке, и часы не упадут, не разобьются, с ним ничего не произойдет, просто потому что здесь фактически у нас двойное крепление идет, вторая вот эта часть, она часы будет все равно держать. Так что это вот такая дополнительная вторая защита. Ну что, осталось посмотреть, как часы выглядят со специальной тактической фиговиной. Сейчас я вам примерно вот так вот. Никто вообще не поймет, что у вас там на руке. А вы так раз, раздвинули и увидели, что у вас там время показывает. Ну, не знаю, насколько это реально удобно. Все-таки это, наверное, нужно спрашивать профессионалов. На мой взгляд, по крайней мере, оно работает. В часах, как я говорил, проверенные, надежные. Ничего с ним не будет. Годами уже эти селиты, ЕТА работают. Все прекрасно. Ремонтопригодная, естественно, настраивается в идеальные практически показатели, так что отличная рабочая лошадка. Два положения заводной головки, одна из них отвечает за перевод стрелок, и также вслед за ней ходит GMT. Но еще есть у нас первое положение заводной головки, которое как раз тут у нас меняет дату. Естественно, ну, да, можно еще отдельно саму стрелку GMT поворотом головки в противоположную сторону от перевода даты. Ну, собственно, удобная функция. На мой взгляд, GMT как раз это, наверное, одна из самых полезных, удобных функций в современных часах, потому что, ну, мало кто пользуется хронографом, мало кто пользуется там, каким-то лунным календарем, но вот GMT, когда куда-то ездите, в командировке, путешествие, это как раз максимально полезно. Ну, головка, естественно, здесь завинчивается, это без вопросов, с учетом огромной водозащиты. Ну, на этом у меня все. С вами был Дэн. Всем пока. Увидимся.